Отлично. Работает же, да? Работает все. Гори. Пошло дело. Я сейчас сниму, где отец живет. Здесь отец живет, вот, в одной из двух этажей. Вот она. Вот здесь живет, вот, ага. Вот здесь машина стоит. Вот здесь машина стоит, ага. Вот здесь ветрезвитель. Да. Ага. И сразу перекресток пошел. Что делаешь? Опасно. Гонишь? Я не гоню, уже спортер. Можно вот так снять. Боня застеснялся камеры. Боня, Боня. Боня, сэр. Жгучи каштановые. Из Аветянки. О, там же у нас эта Волга. Ольга, да? Мать родная. А в Кузангай надо приехать? В Кузангай надо приехать или нет? Да, в Кузангай едем. Как это, по штату Нью-Йорка едем. Ну, примерно такие же ощущения. Да. Ну, что? О, да, милиционеры все подряд. Все нас охраняют. Наше здоровье охраняют. Здесь рынок. Еще никого нет. Зачем? Он будет туда себя перестраивать. А сейчас так выезжу, же я сидел в Израиле. Во время Пасхи, видишь, писали, сколько ментов. Да, сейчас с похмелья все едут. В машине. В Израиле есть чистый. На промысел выходит. Снег уже вот-вот растает тоже. Да. Он же никак. А число-то уже 19 апреля. Да, вот, да. Да, перекресток Гагарина с проспектом центральным, да? Прямо. Да. Проехали. Как там хоть чай будет? Да. А что, ты доклад большой будет? А ты что, голодный? Навстречу солнце, конечно. Ну ладно. Можно и так. Стадион. Стадион. И повыше. Центральный. А сейчас технически называется Спартаков, да? Да, понял. Стрелка здесь вот это. Ой, здесь Анна Максим живет. Ну, приехала она. Довольная. Откуда? Она на Пасхе там. А где? В синагоге. В Горьком. А, в Нижней ездила. Она была там. А что там делала? Кому? Ну не, подруга там. Да, мне. В синагоге на Песах ходил. Вон Волга виднеется. А, вот здесь хороший обзор. Вот и все, и это. А там как раз у Кузанга вечно огонь же можно. А там можно будет подойти потом? Мы там просто вечер снимали. Вы, да? Мой. На видео? Да. Ой, основной, не как? Видели мой кассетный выпуск? Нет. Не показывает, боится.
Ну, кассет тут дальше. Да? Ой-ой-ой, строят. Ура. А в Израиле на каждом шагу эти краны все строят. Очень много. Здесь тоже вносят. Нам там квартиру построили. Ни одного, уже пустыни все скоро застроят свои. Здесь текстильный комбинат, здесь мать работает. Стадион «Спартак», бывший текстильщик. Сейчас что-то строить начали. Афганцы взяли. Ну, здесь как не без ада, это же. Ну, видишь, что что-то построили. Ты так будешь стучать, посмотрел, успокоился. В больнице, где Игнатьева работала. В роддоме. Все, прямо едем, да? Да. Здесь мне аппендицит вырезали в 4 классе. Да? Ну вот это, в больнице этой. Это хлебокомбинат. За этим хлебокомбинатом я жил. Я жил в затемке. Арест. И на лесоповал. За что? Куда-нибудь в Сибирь. Такие сходки, да? Да, такие съемки. Съемки, да? На лесоповале снимал бы. А здесь сюда я младшего брата водил в садик. Сюда. Мне было 8 лет, ему 4. Сопли вытирал уже. Да. Вот здесь прошло твое босоногое детство. Да, здесь да, прошло мое босоногое прямо. Прямо. Целый час просто по легким будет. Да, он уже этот умер, да? А здесь тетя Белла жила, кстати. Эх, проехали. Она сейчас в Иерусалиме живет же. Тетя Белла. Тетя Белла. Да. А, ваш? Наша тетя? Да. По-моему. Едем. Налево. Здесь ТЭЦ. Во дворец появился. А здесь я учился в музыкальной школе. А что вот здесь было? Ну, здесь хоровая студия такая была. Ну, давали образование в музыкальной школе. А это военная база. Да. Танки, пулеметы. Вон туда, туда. Волга. Общежитие там есть слово. Караван. Да? Караван. Лё караван. Бабайт кафан. Мой катан. Бабайт катанчик. Агаршат, да? Да. Хам? Кэн. Мелхнул Русия. Бабишева. Арбаим да. Есть, да, сеть? Да? Сеть есть? Арбаим. Включил же? Все, да. Хам они на сайте до Москвы. Есть, есть. За Москву, кармиот, минус, штейн, дальше, еще, за мед, кармиот. Никто за профессия? Да, 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 профессия. Пардон, слегка. Слегка, профессия. А практика тоже? Ну, практика еще в Беларуси, то есть, а кто мы меняется? Все, мои. Я говорю, что я не могу.
Ты слушай, слушай, что, и давай с ним говори, порой с ним. Ну, а лучше спроси. Ну, Андрей, конечно, и они ломают.